Поможет ли улучшить обслуживание жителей домов лицензирование управляющих компаний, покажет время. А сегодня детали предстоящей процедуры обсудили в правительстве области. В регионе 300 управляющих компаний, каждая в равной степени имеет шанс получить лицензию. Однако есть предположение, что программа может поспособствовать ухудшению оказания услуг в муниципальных районах, а также могут появиться дома-отказники. Кстати, уже 846 многоквартирных домов в Омске сегодня и так без способа управления. Эту ситуацию сегодня прокомментировали. На сегодняшний день мы в течение 2 лет именно перед органами местного самоуправления ставили этот вопрос. Все эти дома, они не брошены, они обслуживаются. И именно городом Омском и органами местного самоуправления предусмотрена такая услуга, что эти дома полностью подготавливаются к прохождению отопительного периода. Но им предоставляется в полной мере все услуги. Особое внимание члены комиссии уделили процессу проведения лицензирования. Стало известно, что на экзамене руководители получат 100 вопросов, выбранных компьютером. На решение им дадут 1,5 часа. В целом заседание выявило, что белых пятен в программе много. Чиновники решили еще раз вернуться к обсуждению проблемных вопросов.